Овечка 1905 года постройки. Овечка – это ласковое прозвище произошло от звучания серии ОВ, что означает «основной тип с парораспределением системы инженера Вальскарта». В то время фамилии конструкторов были неотделимы от их творений. Эскизный проект паровоза, которым управляли герои произведений Андрея Платонова и Виктора Астафьева, был разработан в 1891 году. Рабочие чертежи выполнили конструкторы Коломенского завода. Это был обычный заказ Владикавказской железной дороги, и никто не мог тогда подумать, что овечки окажутся такими долгожителями.